конце рабочего дня или в его начале хочется узнать, что же интересного происходит в родном регионе. Самые интересные свежие новости можно найти на сайте InfoRM, потому что теперь он стал гораздо удобнее в использовании. Что-то у нас пишут. Вот, например, более 1 миллиона рублей похитил школьник у 3 жительниц Мордовии. Региональное информационное агентство InfoRM существует с 2005 года. Тогда же и был создан сайт. После обновления в 10-х годах он стал выглядеть вот так. Небольшие фотографии, еле заметные разделы и не очень удобный интерфейс. Сайт не устаревал информативно, рассказывает руководитель медиахолдинга 10-й канал Евгений Симкин. Но вот технически пришло время обновлений. Когда мы выбирали, с кем сотрудничать в этом направлении, было два принципиальных момента. Первое, это должна была быть именно мордовская компания, которая зарегистрирована в республике и здесь работает. Ну и второе, конечно, это должна быть компания профессионалов. В общем-то, в технологиях успеха эти два фактора удачно сошлись, и поэтому мы с ними сотрудничали и будем продолжать это делать. Теперь сайт выглядит современно, а главное, удобен в использовании. Наверху разделы, по которым можно перейти к самым свежим или самым популярным новостям. Крупные фотографии, которые наглядно отображают суть, а еще быстрая загрузка, удобная навигация и стильный дизайн. Преимущества и для читателей, и для самих агентов. Платформа Bittrex предоставляет хорошие условия как с технической точки зрения для программистов в плане разработки, так и для администратора хорошая админская панель, чтобы хорошо и быстро вносить корректировки на сайт. Получился новый сайт достаточно быстро. В работу входили дизайн, верстка, программирование, наполнение контентом. Проект заинтересовал сразу, рассказывает директор Центра технологий успеха Марат Байбиков. Во-первых, нечасто сотрудничество происходит со средствами массовой информации, а во-вторых, стоял ряд непростых задач. Создать интересную структуру, удобную для пользователей именно, потому что новостей много, поток, объем информации на сайте большой, и нужно было сгруппировать ее. Также было важно, чтобы на мобильных устройствах сайт открывался. Именно адаптивную верстку мы создавали. В планах создания нового сайта для всего медиахолдинга 10-й канал. А пока о насущном. Информационное агентство InfoRM входит в региональный топ-СМИ. И новый сайт уже доступен для пользователей. Мы продолжаем сохранять лидерские позиции. И всегда рады, что нас читают. И мы будем стараться делать для читателей наш сайт еще более интересным. И как можно оперативнее рассказывать о всех тех событиях, которые происходят у нас в Мордовии. Арина Млешкина, Александр Зюзяев. Наши новости.